Анастасия Константиновна, я сейчас нахожусь в приюте Светанок, 102Б. Там есть спецотряд, ОМОН, как их называют. Они приезжают, бьют, бывают... Вот была девочка Диана и Дима Рахубовский, они заставляли жевать презервативы, холодный душ, ну, заводили, носили. А как это, жевать презервативы? Можешь подробнее рассказать? Ну, заставляли Диану разрезать презервативы, именно жевать. А презерватив да, какой? Уже использованный. Угу. Вот. Заставляли, ну, жевать. Потом, когда их, ну, отправили выплевывать, дядь Коля зашел вместе с Рахубовским в туалет. Рахубовский это кто? Дим Рахубовский, с кем Диана. Это которого заставляли, да? Да. Жевать. Угу. Да. И он, ну, дядь Коля с Рахубовским Димой зашли в туалет. Он там начал его бить. Потом в холодный душ, потом... Чем он бил? Как он бил? Ты не видела? Нет, мы не видели, но дядь Коля, когда, ну, перед тем, как зайти, он сказал, если будут крики, если орать будут, там, пофиг, обосрутся, не заходить ни в коем случае в туалет. Угу. То есть уже было понятно, что он будет его бить. Угу. Вот. И он орал, да, его... Ну, дядь Коля полотенце на кулак, ну, завернул и начал бить кулаками его. Там даже после того случая у нас раковина чуть-чуть шатается. Угу. Вот. А потом его отправили в холодный душ, а потом вот так вот взяли за шею, ну так вот, за шею, угу. И выкинули с туалета. А потом пошло, ну, взяли Диану, угу. И тоже в холодный душ. Так же самое же и выкинули. Угу. Потом... Он же и в одежде? Да. В одежде. Угу. Потом они стояли в планочке. Угу. Так вот брали книжки и вставали в полуприседь.